Чуть более часа назад в Домодедове приземлился самолет из Доминиканы. Борт доставил пассажиров рейса оренбургских авиалиний, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пунта-Каны. В зале прилета их встречали взволнованные родственники и многочисленные журналисты. Боинга 777, на котором российские туристы должны были вернуться домой еще накануне, после взлета вспыхнул один из двигателей. Однако пилоты сработали профессионально и сумели посадить лайнер. На борту находились 355 пассажиров, 20 членов экипажа. В общей сложности драматичный полет продолжался около 40 минут. Люди признаются, что до сих пор не могут прийти в себя. Многие называют 10 февраля вторым днем рождения. Страшно было, ребят, вообще. Мы видели сначала хлопок в двигателе, а потом в салоне дым пошел. В салоне была паника? Нет. И пилоты, и вот бортпроводники, да, то есть просто все классно. Настолько экипаж сработал дружно, профессионально и быстро. Но просто это высший класс. Мы им очень-очень благодарны.